Привет! Сегодня я покажу вам процесс плетения вот этого милого котенка, который спит и видит во сне рыбку. Также берем станок, нитки, бисер необходимых цветов. Можете придумать свои цвета, свою схему, естественно, саму схему. Кстати, она будет в описании под видео. Там же под видео в описании будет ссылочка на магазин, в котором я беру все необходимые для своего плетения вещи. Ну что, поехали? Thank you.
Ждала утра.
готов мой котик. Ну все, всем пока. Кому понравилось, ставим классы. И до новых встреч!